Директор регионального фонда «Капремонт» Александр Рудюк опроверг заявление Омской областной прокуратуры о провале программы «Капремонта». Напомню, в начале января начальник управления по надзору за исполнением законов региональной прокуратуры Григорий Сухоруков рассказал журналистам, что по итогам ведомственной проверки выяснилось, что фонд капитального ремонта систематически не дорабатывает. В 2014 году было отремонтировано немногим меньше 70% домов от планируемого количества. В 2015 цифра сократилась до 43%. А в 2016-м и вовсе упало до 3,7%. Однако глава фонда считает, что финансовый план на 2014-2016 годы выполнен в полном объеме. Он заявил, что дома, запланированные на текущий год, по факту можно ремонтировать 3 года. Привел и обнадеживающую статистику. За последние 2 года темпы ремонта выросли в 4 раза, а вот количество жалоб на качество сократилось с 30% в 2014-м до 2-3% в 2016-м. Также в регионе выросла и собираемость взносов, она превысила 85%.